Несмотря на усилившийся мороз, православные неиссякаемым потоком шли в кафедральный собор Нефтекамска, где в ночь 6 на 7 января проходили рождественские богослужения. Рождество Христово, с которого началась новая эра в истории человечества, великий церковный праздник. Именно в эту святую ночь, по преданию, в пещере в небольшом городке Вифлееме родился Сын Божий. И первой колыбелью для него тогда послужили ясли, с которых кормятся животные. А спустившиеся в тот же час на землю ангелы оповестили людей о великой радости. Горожане шли в Божий дом семьями, ведь для каждого верующего Рождество Христово – великий праздник. Ночное праздничное богослужение в кафедральном соборе Нефтекамска, где собрались сотни верующих, началось в 23 часа с чтения акафиста, затем прошла божественная литургия. В эту ночь праздничную рождественскую службу возглавил благочинный Петропавловского собора иерей Георгий Заварский. Вся наша Нефтекамская епархия в лице главы епархии, преосвященнейшего епископа Амвросия и всех священнослужителей от всей души поздравляет всех верующих и всех горожан нашего города с этим замечательным светлым праздником. От всей души желаем, чтобы в этом году мы стали с помощью Божией ближе к Богу, чтобы стали чище наши сердца, чтобы мы бы стали ближе друг к другу, приносили друг другу только свет, радость и улыбки. По традиции, после Рождества, который стал официальным государственным праздником всего 24 года назад, начинаются святки. В течение 12 дней проходят массовые гуляния. Молодые девушки гадают. Считается, что именно на Рождество можно наиболее точно предсказать свое будущее. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».